Этот турнир ранее проходил на Чкаловской, а теперь, когда он стал уже фактически межрайонным, его стали проводить в физкультурно-оздоровительном комплексе на центральной улице в Щелкове. Организаторами состязаний выступили атлетический клуб «Октант», общественная организация ветеранов «Боевое братство» при содействии спорткомитета районной администрации. Перед участниками турнира памяти Андрея Савгиренко, в честь которого уже в 9-й раз проводятся эти соревнования, выступила его мама. Нашему земляку, погибшему в Чечне, здесь отдают дань памяти. В декабре 1999 года, когда осуществлялся поиск летчика, сбитого в Аргунском ущелье, ведущие поиск вертолеты попали под зенитный огонь земли. И тогда майор Савгиренко сумел прикрыть своей машиной остальные экипажи. Посмертно ему было присвоено звание Героя России. Немножко уже привыкла. Сначала было очень тяжело говорить о сыне в прошлом. Сейчас уже я немножко привыкла и окружена таким вниманием, такой заботой и такими мероприятиями, которые не дают мне расслабиться, забыться, быть наедине со своим горем. И сегодня очень торжественный день для меня. Статус Щелковского атлетического турнира с каждым годом растет. На этот раз на него, помимо спортсменов из нашего округа, приехали тяжелоатлеты из Москвы, Клина, Жуковского, Ногинска, Долгопрудного, Лосино-Петровского, а также из Владимирской области. Всего около 200, и охват по возрасту очень широкий, от 12 лет до 85. Кстати, главному организатору и одновременно бессменному участнику турнира, руководителю Чкаловского атлетического клуба «Октант» Анатолию Киселю 82. И забегая немного вперед, отметим, что его результат среди ветеранов – это второе место. Он выжал штангу весом более 70 килограммов. Жим штанги лежа дается спортсмену, значит, три подхода. Он жмет первый вес, ну, скажем, он заказал 100 килограмм, второй – 110, третий – 130 килограммов. Зачет по максимальному. Абсолютным победителем турнира стал атлет из Лосино-Петровского Николай Емельянов. Он выполнил норматив мастера спорта международного класса, выжил штангу 240 килограммов и одновременно в состязаниях, которые называются «Богатырский жим», поднял вес 150 килограммов 18 раз. Я даю дань памяти герою. Во-вторых, поддерживаю, приехал поддержать свою команду. Вот. Сейчас у меня уже сын, 7 лет, будет тоже участвовать на этом турнире. Когда-то вот в далеком 2010 году я первый раз участвовал на этих соревнованиях. Вот сейчас сын у меня первый раз будет участвовать на данном турнире. В турнире участвовало 8 команд. Первое место заняли спортсмены из Лосино-Петровского. Второе – из Чкаловского атлетического клуба «Октант». Третье – из Монина. Среди юниоров 14-летний Сергей Солосалов выжил штангу весом 147 килограммов. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».